И всем привет, дорогие друзья, с вами был Фризен, и сегодня мы с вами поиграем на Bed Wars. И да, вы не ошиблись каналом, вы зашли именно на мой канал. Да, я просто сейчас в скине Феликса, да, потому что я открываю на канале новую рубрику «Ютуберы играют на Bed Wars». Да, я буду в роли ютуберов и буду играть на Bed Wars. И хочу посмотреть, как реагируют игроки вообще на это. Ну что ж, давайте не будем медлить и погнали к ролику. Я курю слим, на груди суприм. Мой отряд скейтеров погибнет молодым. Я не вижу, я не слышу, мне... И вот, короче говоря, у нас началась игра. И мы ее, конечно же, тоже пытаемся затащить. И сейчас что-то мне... Не могу нажать на блок, чтобы он поставился. Так, чувак, ну что ты строишь здесь и видишь, что и здесь строюсь я? Ну ладно, пока, чувак. Я же тебе говорил, не стоит строиться тогда, когда строюсь я. Этого не стоило делать, так что вот ты и получил за это. Дай, чувак, блоков, ты куда строишься? Ну, придется тут паркурить. Вот так добиваем быстренько добили, все. И паркур нам помог в этом деле. Что сегодня все такие какие-то лаганутые? Или это сегодня сервер такой, или чё, я не понимаю. Быстренько добегаем до этой базы. Берем много-много золота. Вот. И покупаем много-много яблочек. Чтобы отрегениться и... Чтобы восстановить все жизни. Чувак, у тебя же зачарованный меч. Вдвоем против одного. Ясно. Да ё-моё! Да... Так, убегаем. Потому что они 100% на базе. Так, убегаем. Быстренько. Девочка, уйди, пожалуйста, отсюда. Ты нам будешь только мешать. Эй, я сказал уйти. Уйти. Так, магазин, меч. Быстренько броню покупаем. Так. Блин, штаны не оделись. Ну, ясно. Всегда все бывает так. Ой-ой-ой. Я знаю, что ты читер, чувак. Все. Пока. Ясно, короче. Они нам пытались сломать кровать, но у них этого ничего не получилось. Вот. Это очень хорошо, что у них ничего не вышло. Или же вышло. Он же читер. И я не вливаюсь в образ Феликса, так сказать. Я играю так, как я играю. Вот. И так что... Если нужно вливаться в это... В персонажа этого, так сказать, в ютубера, то пишите в это в комментариях. Я обязательно вольюсь. Да он не откидывается что-то. Пошел вон. Да вы видели, как он бьет? Вы видели? Надеюсь, вы видели. Я, может быть, замедлю этот момент. Так, и ты пошла вон. Так. И ты пошел вон. Все. А, ну красных уже ноль. Окей. Нечего было агриться на нас. И если я сейчас упаду, то это будет жесть. Это будет жесть. Если я сейчас прыгну, значит, надо прыгать как-то аккуратно. Зачем такие столбы строить? Окей, синий. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. У них, конечно, не закупленные. Они уже закуплены. Они все в алмазке. Но ничего страшного. Мы же Феликс. И мы должны затащить. О, неужели они хоть что-то прокачали? Неужели? Так, и где же база синих? Ага, все, вижу. Ну, пожалуйста, не подлагивай, а? Это было жестко, скажу вам. Это было очень жестко. Я сейчас просто тупо, опять же, замолчал. Фу. Дальность прорисовки я не могу включить сейчас. Блин, если я включу, меня просто залагает. Ясно. Чувак, давай. Ты у нас умрешь. Надеюсь, не сильно. Ух, нормально. Так, покупаем кирку. И даже можем ее прокачать. Так. Вот так и вот так. Давайте ломать.
обсидиан, короче. Да ё-моё, ну ладно, пусть бежит. Пусть бежит, мне кажется. Я быстрее кровать сломаю, чем он будет бегать тут от нас. Вот, быстренько кровать сломаем ему, и все. И потом он, да, закупится, я понимаю, что я совершил ошибку, но все равно. Стоп, а кто только что ломал кровать? Странно. Стоп, у них же может быть сейчас лог. Так, стоп, куда я побежал? Зря я упустил его. Я его упустил только зря. Так, у меня 10 эмеральдов. Интересно, какой я язык поставил. Ей-ей-ей-ей-ей. Надо искать туда, где путь есть. Вот туда и может побежать. Так, давай. Мне кажется, он начал строиться, как всегда любят все. Строиться вверх. И сидеть, где попало. Вот. Еще можно поднакопить на лук. Конечно же, можно на лук поднакопить. Так, я в него очень много раз попал уже. Сейчас мы его будем обстреливать. ГГ, все. Оу, е, да. Охо-хо, е. Пишем в комментарии Феликс Тащер, да. Ну вот, если вам понравилось это видео, собираем много лайков. Да, собираем много лайков. И следующий ролик, как бы, да, вот. И пишите в комментарии, за кого бы мне еще поиграть. А всем удачи и всем пока.